Привет, ребята! Ну что, у меня проходит сегодня вечер обкатки. Выкатил на нашем рейде. И пытаюсь понять его недостатки. Немножко заметил сейчас по посадке. Есть моменты, надо подправить клепоны, пульты провернуть немножко. Что еще? Тормоза слегка. Чуть-чуть есть какая-то невнятность. Если что, тогда надо будет немножко еще прокачать. Ну, по динамике, по тяге, все как надо. Паровоз, очень стремительная, безудержная тяга. Ну, и внешний вид, видите сами. Ну, и главное, что ничего не потекло, все в порядке. Все сальники норм. Никаких течей, ни бензина, ни масла не заметил пока. Едет бодро, стабильно. Но посадка, конечно, здесь более агрессивная. Обратите внимание, клепоны у меня стоят под траверсами. И уже это максимально высокое положение. Конечно, их можно было... Можно, есть такой вариант, что поставить сверху. Но внешний вид, конечно, поменяется. Это уже на случай, если совсем не в моготу будет. Есть такой вариант, надо будет поднять верхнюю траверсу, открутить клепоны, поставить траверсу и сверху добавить наши клепоны. Ну что, заведемся, давайте посмотрим, как он работает. Послушаем звук. Приборка, кстати, показывает относительно точно. Ну, как по ощущениям, я не брал с собой навигатор. И есть, вот, очень быстро ловит спутник. И, соответственно, одометр идет, все в порядке. Прямоток в этот раз, но не такой, как я обычно ставлю, более обрубленный, а он более такой раструб. И звук гораздо благороднее. Мне этот понравился больше. Так, сзади такая фара. Монолитная, такая динамичная, агрессивная. Я думаю, что должна быть видна. Хотя в ней же и поворотники находятся. Поворотники на солнце, скорее всего, не очень на солнце. Конечно, в идеале было продублировать какие-то еще маленькие поставить. Ну, для вечера, для ночи будет достаточно. Так, фара у нас стандартная, светодиодная. Так, ближний. Дальний. Моторчик работает тихо, ровно, без излишних звуков.
сегодня выдалась уникальная возможность снять две красненькие машинки. Одна из них BMW K1100 Coffee Racer, ну а другая Alfa GTV Pininfarina. Смотрим. Две красненьких, два конкурента BMW и Alfa Romeo. Но здесь BMW в виде мотоцикла, поэтому никаких конкуренций я не вижу. Ну, в общем, такая концентрированная красота, собранная в одном месте.